Китайское правительство продолжает вывоз молодежи уйгуров и казахов во внутренние регионы для эксплуатации в виде дешевой рабочей силы. Наряду с этим правительство приглашает в Восточный Туркестан молодых китайских специалистов, обещая высокую зарплату и социальные гарантии. По сообщениям Туркестан Таймс, более 100 китайцев из провинции Шантун вступили в должность в школах села Меркит Кашгарского района. В Вашингтоне прошло очередное собрание, посвященное Восточному Туркестану. Темой собрания стал кризис в Восточном Туркестане, давление властей на мусульман и влияние китайской политики на соседние государства. Собрание было организовано Средневосточным институтом Вашингтона. Выдающийся писатель и автор романа «Юсуфхас Хаджиб», 81-летний Хаджи Мирзахид Кереми, приговорен к 11 годам тюремного заключения. Хаджи Мирзахид провел большую часть жизни в тюрьмах китайского националистического строя и во время правления Мао Цзэдуна. Мирзахида Кереми, являющегося автором сотен литературных произведений и 5 исторических романов, посвященных многовековой истории Восточного Туркестана, ожидает та же участь, как и других талантливых писателей, попавших в лагеря. В секторе Газа собралось тысячи палестинцев по случаю возвращения и 43-го дня земли. Израильские военные разогнали митингующих при помощи силы. В результате было ранено 316 и убито 3 палестинца. В Алжире прошел самый крупный митинг против главы правительства Абдуль-Азиза Бутефлика. На улице Алжира вышло более 1 000 000 человек. Полиция попыталась разогнать митингующих, используя слезоточивый газ и воду. Однако народ отказался покинуть улицу. Митингующие, большую часть которых составила молодежь, потребовали отставки Бутефлика.